Сергеевна. Любовь Сергеевна, а вы из какого подъезда? Со второго. А что здесь произошло? А вот Ольга Олеговна, она из шестого. Их сразу эвакуировали даже эти милиции. А мы сами просто повышли, нам сказали, чтобы выходили. А во сколько, во сколько это все началось? Ну, часов в 9, наверное, утра. Ага. И вот мы стоим, ждем, пока нам разрешат отмашку ей дадут войти, да. Ходить. А пока не разрешают никому, да? Ну, пока, ну, да. Пока, ну, все. Вот в эти подъезды можно сказать, ну, сказали, лучше. А вот в те подъезды нельзя. В шестой, в пятый и в четвертый. Ходить нельзя. Угу. А все произошло в каком? В пятом. В пятом. Вроде бы на третьем этаже. Вроде бы. Как вас зовут? Елена. Елена, вы приехали с работы, да? Не можете домой приехала попасть? С работы, сообщили, что вот у нас какое-то происшествие, что дома эвакуируют. Угу. Вот, соответственно, отпросилась, приехала, потому что на работе сидеть невозможно. Вот. И толком, в общем-то, ничего не известно, ничего не говорят, что происходит. А вы домой попасть не можете, да? Домой не могу попасть. Не пускают. Не пускают, да? Не пускают. Говорят, что нельзя. А дома кто-то есть? Дома кот. Кот? Да. Как покормить-то успели с утра? С утра успела. Как кота зовут? Василий. Василий.